попробуем. Это еще вездеход дрон. Всем привет, друзья! И сегодня у нас испытание новой самодельной байки. Совсем недавно, в октябре прошлого года, мы катались с вами на самодельном квадроцикле. Потом я вам рассказывал о том, что Игорек изобретает новый вездеход, так сказать, байки. И вот сегодня настало время ее испытаний. Погнали! Здорово! Ну что, поехали. Поехали. Надо танковый шлем сюда. Хотя мы навигационным прибором скорость померили. Короче, сейчас мы едем туда же, где в прошлый раз испытывали квадрик. И посмотрим, как вот эта байка себя будет вести. Заодно посмотрим максималочку. Давай навигатор сюда. Ага. Ну давай. Максималку. Короче, ребятушки, я не знаю, передала ли камера те прелести дороги, которые мы сейчас испытали на себе.
Ну, поверьте на слово, я бы пешком по этой дороге, блин, не пошел бы. Я бы нашел более ровное место. Но эта машина идет лучше нафиг, чем можно пройти пешком. Это зверь, это танк, я не знаю, как это назвать. Ну, дальше все еще будет интереснее, увидим. Взгляд очки. Лепота. Лес, природа. И никого здесь нету. Тут сюда даже пешком тяжело идти. Двигатель. Так, кто-то у меня спрашивал про интригу. Двигатель здесь ВАЗ-2110, точнее 2111, да. Двигатель 2111, радиатор откуда? С инжекторной семерочки радиатор. Потому что выходы у меня там в нужных местах. Два вентилятора. Один резервный, работает только один. Ну да, я заметил, что нам одного хватило. Трансмиссию я показывал в предыдущих роликах. Там у нас что, раздатка от Нивы, да? Редуктора Mercedes 190, дизельный, 2-литровый мотор. Ну да. И коробочка штатная. Девятая. Девятая коробка. Да. Пятиступка, да? Пятиступка. Пара 3,9. Продавать пока не думаешь? Ой, надо покататься, обкатать. Вот были заменены. Одни пружины показались мягковаты. Другие поменены. Сейчас, наверное, скорее всего, опорные подшипники поставлю 10-е, чтобы чуть-чуть поднять перед. Попробую. Вот. Короче, продаваться она пока не будет.
Я не знаю, ребятушки, передает ли камера весь рельеф вот этого места. Ну, это склон оврага. Или что там, ручья, да? Ну, какая разница. Весь изрезанный маленькими овражками, буераками. И здесь вот эта вот машина просто проходила сейчас. Ну, по самым практическим местами, даже практически чуть ли не вертикальным склонам. Самое главное, чтобы колеса зацепились. Ей хватает и мощности, и крутящего момента. Ну, всего ей хватает. То есть... Вторая вперед. Вот так вот теперь вторая вперед. А... И тут же прям сюда же сбоку четвертая. Понял. Ну, просто тут не увидишь. Какой трогаешь? Вторая? Тормозами можно практически не пользоваться. Какая ты? Что? Мы туда поедем? Да. Сейчас несут. Хуже все. Подойди. Вот так вот, при желании можем и на стенку заехать. Пойдет. Можем еще раз подъем поднять. Как бы то ни было, пойдет. Без пониженной передачи. Это обозначает то, что вездеход отрезан. Это обозначает то, что при желании она может ездить даже по вертикальным стенам. Главное, чтобы была сила, которая будет прижимать ее к этой стене. Короче, друзья, тачка получилась просто зачетная. Мы пока еще не нашли ни одного препятствия, которое могло бы нас остановить. Сейчас попробуем помучить ее по воде. Ну, я тоже не думаю, что здесь что-то может остановить. Тем более, что дно здесь щебенка. Известняк и глубины тут немного. Ну, короче, пока ее может остановить глубина выше воздухана, по-моему, да? Да. Ну, в такую глубину, я думаю, мы и не полезем.
обалденно. А сейчас, друзья, мы проверим, как эта машина работает на радиоуправлении. Дело в том, что задняя ось у нас рулится с дистанционного управления. И она может ехать вот так. За рулем, как видите, никого нет. Рулится она сейчас задней осью сама. Начинает подруливать сама себе. Ага. Зато боком едет. Смотри, боком пошла. Не надо блокировать руль. Так уедет сама, не надо. Да я еще движу. Вот такой вот круг почета. Конкретно на радиоуправлении. Достает уже, возвращается. Может даже где-то там. Может ехать боком. Но это мы сейчас еще попробуем. Вот такая получилась тачка. То есть, по сути, это дрон. Это дрон с радиоуправлением. Плюс к тому, она еще может ездить боком. Она может разворачиваться на месте. Но сейчас мы с вами попробуем и это. Игорь, давай сейчас, знаешь, что радиус разворота полный, ее полностью сложен. И боком. Когда сам вывернешь все в одну сторону. Сейчас мы попробуем, какой у него радиус разворота минимальный. Вот, вывернуты задние колеса. Практически как у гусеничного трактора, вот он пятак получился. Еще она может ехать боком, вот так. Ребятушки, тачку мы испытали. Да. Пока мы не нашли ни одного препятствия, которое смогло бы нас остановить. Ну, все еще не закончилось. Мы еще найдем такое препятствие. Еще осень. Да, еще осень впереди, даже зима. Большая грязь. Посмотрим, какая будет по грязи, по снегу.
Но в данный момент сейчас пока нас ничего не остановило. Тачка получилась просто замечательная, ну, зверь, машина. Идет везде, лезет и на вертикальные стенки, даже на кирпичную полезла. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Напишите в комментариях, куда нам еще надо заехать и как ее еще испытать. Только без фанатизма. Только без фанатизма. Ну да, без фанатизма. Гробить тачку мы не собираемся. Ну, если что-то, мы где-то что-то недосняли, вот напишите нам в комментариях, мы исправим эту ошибку. Покажем вам где-нибудь ее еще в каком-нибудь интересном месте. Да. Все, всем пока. Всего доброго.